Кониха. И перед началом данного видео не забывай поставить лайк и обязательно подписаться на мой канал. А также жмякнуть на колокольчик, чтобы не пропускать ни одного нового видео. Итак, я очень надеюсь, что ты все это сделал или же сделала, и мы можем начинать. Сегодня будет мега интересное видео. Итак, если вы все сделали, то мы можем начинать. Погнали! Ну, наконец-то. Мы прилетели или приехали. Что-то у меня все затекло. Крылья даже не шевелятся. Ребята, вы как? Нормально. Я вроде тоже, только что-то голова болит очень. И лапы не ходят. Так, нужно отсюда выйти. Такое ощущение, будто бы я с 5-го этажа упал. Да, точно. Я вас всех жду. О, Беззубик, ты уже вышел. Да, и сейчас я пойду на место. Видимо, мы уже прилетели. О, Луни, ты тоже здесь? Конечно, Кевин. Ладно, Луни, я пошел. А куда ты, Кевин? Ну, пойду посмотрю, что и как, и где что. Ну, Кевин, я бы тебе не советовала сюда уходить. А то мало ли ты заблудишься, потом же не найдем тебя. Мы сами тут еще ничего не знаем. Это новое место для нас всех. Не уходи лучше. Да ладно тебе, Лунни, куда я денусь? Тем более я отлично ориентируюсь, наверное. Я просто хочу посмотреть вообще, где мы и что это за место. Кстати, тут достаточно тепло. Я буду неподалеку. Пожалуй, полечу вон туда. Посмотрю вообще в окно хотя бы. Ладно, я сейчас приду. А, подожди. Туда или туда? Куда идти? Ну да, полечу туда. Мне кажется, что зря он куда-то вышел. Так, вот я куда-то и прилетел. Но это явно какое-то новое место. Я тут еще никогда не был. Ну, еще учитывая то, что я провел в чемодане почти весь день. Ладненько. О, одеяло. Пожалуй, я тут посплю немножко. А то я так устал. Что случилось? Даже поспать не получается. Ладно, полечу дальше. Так, мне кажется, ли я тут уже был? А вот тут я еще не был. Зато тут так тепло и уютно. Интересно, сколько сейчас времени? Может, не лучше вернуться ко всем остальным? А то что-то совсем заблудился. Или все же может тут побыть? Лучше полечу к остальным. А Луни была права, пожалуй. Ну вот, что-то я так устал. Полежу-ка я тут пока что, чуток. Воздух! Наконец-то! Хотя бы я вылезу из этого рюкзака. Видимо, мы уже приехали. Так, нужно полететь. И посмотреть, где все остальные. Так, если я была в рюкзаке, тогда Кевин был, наверное, в чемодане. Ладно, пойду поищу Беззубика. О, Огонек, ты уже проснулась. Да я и не спала, если честно. О, ну понятно. Если что, все остальные в чемодане. Можешь идти к нам, чтобы не потеряться. А то Кевин уже ушел. Кевин? Как это он ушел? Куда он ушел? Я не знаю, пошел куда-то погулять. Хотя я ему сказала, и Луни ему сказала, что лучше ему не уходить. Теперь я не знаю, где он, уже 2 часа нет. О нет, нужно его срочно найти, мало ли он еще потеряется. Ну не знаю, я пока не пойду его искать. Ну почему же?
Он сам куда-то ушел, а я боюсь куда-то отходить. Я лучше буду со всеми остальными на месте. И тебе тоже не советую. А Кевин, значит, сам придет, раз уж он ушел. О нет, ну что же нам теперь делать? Ладно, я-то пойду его поищу. Только тоже не потеряйся, то как мы вас потом искать будем? Я буду осторожна, далеко не уйду. Кевин, вот ты где я. Эй, Кевин, ау, спит что ли? Ну как же можно было тут уснуть? И как мне теперь отнести на место? Ладно, Кевин, пойдем. Лежи тут. О, Кевина вернули. Он пока спит. Почему я опять в этом месте? Я же вроде уснул. Я же отходил. Я опять тут. Кевин! Ну, наконец-то ты проснулся. Огонек, ты уснул вообще непонятно где. Я потом тебя искала. Не уходи, пожалуйста, больше никуда. Пойдем на место ко всем остальным. Мы наконец-то приехали. Ты, видимо, ушел и уснул. Да, видимо, так. Пойдем. Они так мило смотрятся вместе. Я думаю, что они созданы друг для друга.